Бізде қоянлар әлеміне де далдық. Не қадар гүзел айванчықлар бұ қоянлардыр. Мен білесім, бұ менің ән себімлі бөле бір айманлардан бұрыдыр. Вешін үшін мен де бөле бір зеп қылі бақтым. Ве мұтлақа менің әбімде де бөле айманлар ола жақтыр. Келіңіз өзі яйнымызны девам етейік, біз Тимурнен ян-яна отырамыз, демек бізім студиямызда бекленілген мұсафырлеріміз болынмақта. Емді келіңіз енді ұзатмайып тезден енді гүзел сөбетке де далайық, демек енді мұсафырлеріміздің да тәқдем етмеге вақтымыз келді. Ве келіңіз бізім студиямызда енді Валерий Ходорченко, Вернадский адына Қырым Федераль университетінің грифоны Джима Тақауының баш идманжасы, Игорь Кейко, Вернадский адына Қырым Федераль университетінің спорт клубының рейсі, вен Владислав Крушельницкий баскетбол тақауымның қоройджысы. Сәлем алейкум. Доброе утро. Как ваше настроение? Какое? Конечно, хорошее настроение. Вы знаете, мы к вам, когда приезжаем, все время как-то погода портится. Помните, мы когда приезжали, был только снег выпал. Вчера такой дождь был, такая гроза. Я думаю, ну, сейчас. Не, утро встали, утро хорошее. А вот говорят, что осадки – это благодать. Да, осадки – это… А у природы нет плохой погоды. Так должно, значит. А поделитесь секретом, как начинается ваше утро? Ну, как я о себе могу сказать, так, ну, и ребята, так, в принципе, у нас утро, у нас же занятия с утра. Мы утром встаем. Сразу с тренировки. Да, нет, не сразу с тренировки. Сначала надо сделать зарядку, да, потом, так, естественно, ну, утренний туалет, это все ну, положено. Да. А потом такая зарядочка, потом легкий завтрак и в университет. Ага, это... Хорошо. Конечно. У вас как? Учение – это свет. А у меня, я в 6:15 просыпаюсь, и у меня постоянные задачи о том, как наши студенты-спортсмены будут делать зарядку, проходить обучение и потом радовать нас своими достижениями спортивными. И для этого, как руководство университета мне это поручило, мы должны создавать максимально условия для тренерского состава, для студентов, спортсменов, чтобы они нас, на самом деле, какие-то достижения нам давали. А вот у защитника, да, вот, этого команды по баскетболу, как начинается утро? Как начинается? Встаю, делаю зарядку, и потом на учебу, потом тренировки. Ага. Каждый день тренировки у них на самом деле. Каждый день 5 дней, а суббота-воскресенье по положению, то есть по соревнованиям. То есть у нас или первенство Крыма, или мы выезжаем куда-то, или принимаем. Так что у нас, в принципе, за год учебный год практически выходных не бывает. Вот сегодня выходной, мы решили, думаем, отдохнем, потому что мы играли пятницу, субботу, воскресенье в Севастополе. И решили 2 дня отдохнуть. Ну, видите, не пришлось отдохнуть, приехали к вам. Ага. А вот скажите, вы, будучи тренером команды, да, Грифоны, какие вот можете сделать итоги за год? Ну, за год можно сделать какие итоги? Если брать пятибалльную систему, ну, как раньше обучение было, то я бы сказал, что мы на твердую четверку. У нас были очень хорошие игры, очень хорошие турниры в начале, то есть в первой половине. Мы там выигрывали 2 раза топ, выходили в топ, выигрывали эти турниры. Потом мы лидеры Южного федерального округа и Северокавказского. Мы лидеры Республики Крым. Но это было у нас, как говорится... Все до февраля месяца. После февраля месяца, как отменили авиарейсы, в принципе, мы там попали в неравные условия. То есть к нам уже не захотели ехать команды университетов других, и нам приходилось ездить на нейтральное поле. А нейтральное поле нам давали Рязань, например, с Москвой. От Москвы до Рязани там 190 километров, от Симферополя надо ехать 26 часов. Или там Ижевск. И вот мы попали в такую ситуацию, и мы немного как бы морально и физически подсникли. Вот даже последние игры, которые были в Севастополе, у ребят как бы ну, такого не было эмоционально. Я не скажу, что они физически были слабы. Они эмоциональные у них, глаз, как бы говорится, потух немножко. Вот это нас немножко подбило. А так, в принципе, я говорю... Ну, в то же время, даже если на нейтральной территории ребята играли, вот, ну, правильно Валерий Михайлович говорит, это Рязань, Ставрополь нам давали,
Мы там, в принципе, все равно бились достаточно на равных. И, допустим, тому же Московскому госуниверситету имени Ломоносова дали достаточно серьезный бой в Рязани, проиграв там несколько очков в двух играх за право выход в четверку сильнейших команд. Это единственная была пара, которая была, ну, интриги. Какая-то интрига была, кто выйдет. И мы туда приехали не просто отбыть время, а именно на самом деле дать бой, показать, что у нас не просто так ребята представляют Крым и являются сборниками Республики Крым. То есть, поэтому... и, кстати, МГУ выиграла первое место. Да, это они стали чемпионами. То есть мы проиграли непосредственно, да, чемпионам будущим, но все остальные пары там имели разницу очков 20-30, а там иногда и до 50 доходил, МГАФ играл. А мы вот, ну, в районе 10 очков четко с ними. И при том, что это мы должны были играть у себя дома. Ага, то есть даже на выезде, не имея особо много болельщиков, да, на там... Наверное, с материка побольше было болельщиков? Нет, я вам скажу, на материке болельщики ходят на баскетбол, на студенческий, меньше, чем у нас в Симферополе. Поэтому спасибо нашим симферопольским болельщикам, которые всегда нас не оставляют своей поддержкой. И я надеюсь, в следующем сезоне нам Лига пообещала из-за того, что такая ситуация произошла, нам больше домашних матчей, поэтому ждем вас. У нас на территории медицинской академии мы играем, и поэтому будем сообщать в интернете, там, ну, вообще всегда рады видеть. Владислав, расскажите вы вот о своих впечатлениях об этом сезоне, о своих достижениях. Сезон прошел хорошо на нашем уровне. В принципе, заняли свое место, где должны были быть. Достижения мои в каждом турнире я, в принципе, себя проявил неплохо. Получил там индивидуальную награду. Не одну. Ну, он очень скромный парень, да. Он у нас свой участник матча звезд. Матча звезд, так, у нас так, участвует 800 команд. Участвует в наших соревнованиях. Он участвует в матче звезд. Из 800 команд выбрали лучших. Да, выбрали лучших, так, из всей России. Так. Это вот... Наш нападающий лучший, так, ну и ваш покорный слуга. Был тренером там. Ну, он еще там выиграл конкурс снайперов. И вот в каждом турнире, где он не играл, так, он получал лучшего или нападающего. И по сезону наша команда, скромная наша команда, имеет двух ребят номинации. Это у нас Никитин Даниил, так, он лучший шестой. И лучший, самый больше забил, лучший форвард, так, это Крушинейский Владислав. Ну, я просто, он скромничает. Так. Ага. Скромность же украшает человека, а он говорит, что это за скромность? На Владислава обратили внимание, у него есть определенные предложения, потому что по возрасту он сейчас уже перестает иметь возможность играть за студенческую команду, и поэтому надеемся, что его дальнейшая спортивная карьера сложится благодаря, опять же, его хорошему послужному списку, который он за Грифонов заработал, сложится на более профессиональном уровне. Мы за это тоже будем рады следить за его карьерой. И вам рассказывать. Есть предложение с профессиональных команд. Ага, Владислав, он... вот значит, ваша скромность вот дала свои плоды, вот, и теперь у вас открыта дорога в профессиональный баскетбол. Ну да, ну все благодаря Грифону. Скажите, пожалуйста, да, ну можно я? Давай. Скажите, пожалуйста, со скольки лет вы играете в баскетбол? С 11. С 11 лет? Да. Ого. Ну вот, с 11 лет вы занимаетесь уже баскетболом. Какие у вас планы на будущее? Вот вы уже сейчас вот как бы сказали, что вы заканчиваете со студенческим этим. На дальнейшее какие у вас планы будут? Ну вот, ждать предложений и попробовать закрепиться где-то на профессиональном уровне. Предложение есть, просто он не хочет сгладить, поэтому да. Мы вам потом расскажем в следующий раз. Просто могу тоже сказать, что у нас есть ребята, которые играют тоже на достаточно на высоком уровне. Один из наших тоже Грифонов, это вот Алексей Чижанок, играет в Химках. И тоже у него сейчас есть определенные предложения. Поэтому ребята проходят школу Грифонов. Валерий Михайлович помогает им раскрыться, и они, в принципе, в дальнейшем
могут продолжить свою карьеру, если они связывают свою жизнь с баскетболом, вообще со спортом. Если нет, у них получается, они получают образование в Крымском федеральном, а могут в этом направлении двигаться. Да, ведь Владислав же не закончил. Он тогда поедет туда, попробует как профессионал себя. А если нет, он же приедет, он у нас химик. И я вам скажу еще больше. Он выступал сейчас так, Игорь Александрович, как эти соревнования? Да, гонки героев была вот недавно в университете, проводилось достаточно интересное такое мероприятие, где каждый студент мог попробовать свои силы на попересеченном участку местности. То есть там Царь горы. Ребята сделали достаточно хороший праздник. И вот всех желающих Владислав пришел и победил. И представляю, факультет химию, то есть у них не было таких пока победителей мощных. Мы поэтому как бы очень... Тоже нам было приятно, что наш, как сказать, игрок, и, ну, это не так просто победить, я вам скажу, на этих мероприятиях. Поэтому Владислав потом всегда скромничает. Это, может, его и украшает, надеюсь, что это поможет в жизни, но не всегда надо быть скромным настолько. Да, ну у каждого, как говорят, своя изюминка. В любом случае, это ничего плохого в этом нету. Просто, как бы, да, особенности и свойства. Человека. Это хорошо, когда у скромного человека рядом, допустим, окажется тренер, как Валерий Михайлович, который будет за него дальнейшее проговаривать некоторые моменты, или я, как, допустим, помогаю. Ну, я ему только желаю, чтобы ему в жизни везло, и у него были рядом люди, которые будут ему помогать. Да, мы это, как говорится, тяжело расставаться, это все-таки они ослабляют команду. В принципе, мы их растим, они вот должны помогают хорошо, уже игроками становятся, но они от нас уходят, но это наш, как говорится, конек, ну, наш... Ну, так, такая ситуация. Ну, это студенческий спорт. Студенческий спорт. Они выходят, ну, как в семье. Дети улетают. Ну, что касаясь вот студенческого спорта, расскажите, как вот сейчас продвигается студенческий спортивный клуб Крымского федерального университета? Ну, студенческий клуб Крымского федерального университета старается, в принципе, быть на лидирующих позициях и заниматься продвижением студенческого спорта, конечно. У нас есть определенные достижения в области футбола. Наши ребята двукратные чемпионы, действующие сейчас чемпионы по футболу Республики Крым. Сейчас на выезде был тур, 100% результат. То есть я считаю, уровень футбола все-таки, как ни крути, спорт номер один. И там конкуренции достаточно много, и мы соответствуем требованиям. Мы показываем, что Крымский федеральный университет готов дать бой, и мы готовы бороться за третий титул. И сейчас идет упор у нас на развитие массового спорта. Хотелось бы вовлечения в спортивные мероприятия как можно больше количества студентов. Поэтому мы решаем вопросы сейчас по увеличению спортивных площадок. И вообще меняем подход к тому, что пытаемся объяснять студентам, что как бы заниматься спортом – это модно и престижно. Быть обладателем, допустим, золотого значка ГТО для мужчины это достаточно почетно. То есть, ну и для девушки, разумеется. Поэтому вот эта работа в этом направлении ведется. Все лучшее то, что было, допустим, вот в советское время, хотелось бы сейчас это привить ребятам и хорошее и вот в плане патриотического воспитания. Поэтому вот в этом наша задача и спортивного клуба в том числе. Да, полностью согласен с вами, Игорь Александрович. В любом случае, победы ребят в любом случае будут вдохновлять не только студентов КФУ, да, а полностью студентов победы всех, крымской да, команды, во-первых, это патриотизм Крыму, это патриотизм к нашему университету, и, соответственно, выступление команды на российском уровне, это вообще, вы правильно говорите, победы и какие-то достижения, это... Ну, если вот посмотреть, то наши представители, они занимают ведущие позиции. Вот, например, наша команда в регулярном чемпионате студенческом, где я говорил, там 800 команд, занимает 5-е место. И впереди у нас только 2 Москвы, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Города-миллионники. А хотя там много, если Удмуртию представляют республики, очень много представителей. И мы так все время на лидирующих позициях. Наши амбиции направлены в правильном положении. А вот скажите, пожалуйста, Валерий Михайлович, вы по каким критериям набираете себе вот баскетбольную команду подчиненных?
Вот есть там, например, определенный рост должен быть, например, ну, в любом случае. Они не подчиненные, они такие игроки. У нас же это дело добровольное. У нас, у кого есть желание, тот и занимается. Да. Ну и кто может попасть? Ну, прежде всего, конечно, человек, который должен был заниматься в детской спортивной школе. Он должен пройти какой-то уровень подготовки. Потому что если парень только придет сейчас на первый курс и хоть хотел бы заниматься, пожалуйста, у нас есть секции, занимайтесь и показывайте. Если у вас какие-то есть такие данные, что вы в конечном итоге можете перспективно, конечно, мы его заберем в сборную. Ну, а так, только поэтому ну, отбор идет естественный, как говорится. Начинает у нас обычно в сентябре очень много заниматься, а к концу года остается... 12, 13, 14 человек. Да. Многие приходят на просмотр, но я говорю, если они до этого не занимались, то им, конечно, в сборной на уровне России играть тяжело. Играть можно на первенство Крыма, на первенство университета, но на уровне России, конечно, это уже другой уровень. Ну, хотелось бы сказать, да, что мы сейчас стали опять четвертый год подряд чемпионами Республики Крым, и нам, в принципе, в Крыму, по большому счету, ну так, не то, что неинтересно. Хотелось бы, чтобы уровень повышался, конечно, в Крыму. Сейчас, на самом деле, нарабатывается. Сейчас хоть стало интересно, достаточно соперники начинают стараться с нами играть более с большой самоотдачей, победить, потому что Грифонов это становится престижно. Но в то же время наше участие вот в российском чемпионате, оно отбирает очень много энергии и сил. И мы там проводим в общей сложности за сезон порядка 70-80 матчей. Но это достаточно хорошие нагрузки, это в принципе профессиональные нагрузки. И с учетом того, что каждый день тренировки, и ребята плюс учатся. Ну вот сейчас просто вот так получилось, что у нас эмоциональный спад, на самом деле, как Владимир Михайлович говорит. И все, ребята выдохли, сезон закончился. И поэтому мы сейчас будем набирать. Готовиться где-то к августу, в середине августа, если есть каких-то у нас возможности, желание у каких-то ребят прийти, посмотреть, могут, в принципе, обращаться. Мы готовы посмотреть, потому что школьники, которые к нам приходили в прошлом году, они благополучно, кто остался в команде, стали студентами нашего университета первого курса и учатся, и помогают, и играют в команде, стараются. То есть, если у тебя есть талант к баскетболу, ты можешь... Это может помочь тебе в студенческой как бы. Конечно. Да. Вот, Игорь Александрович, вполне логичный вопрос. Вы являетесь председателем спортклуба Федерального университета, да? Какие еще виды спорта могут как бы попробовать те люди, которые сейчас придут учиться в Федеральный университет? Вот я могу так сказать, если человек в любом виде спорта до того, как он стал студентом, имеют какие-то достижения, они могут прийти, мы можем с ними провести индивидуальную работу и поддержим. Потому что мы заинтересованы, чтобы наш, ну так скажем, студент, если он занимается профессиональным спортом и имеет достижения, представлял на достойном уровне именно Крымский федеральный университет по любому виду спорта на российской арене. Потому что это идет... Ну, позиционирование. То есть нас узнают благодаря нашим спортивным достижениям, нашим спортсменам, а это достаточно для нас важно. То есть вот такая возможность. Любой вид спорта, который, да... Сейчас даже очень новый открылся у нас вид крикет, да? Да, мы сейчас идем работать с иностранными студентами, но... Они приезжают уже. И хотим, вот все-таки лига... Они постоянно играли до этого сами у нас. Сейчас организовалась лига иностранных студентов, порядка 300 человек. У нас же большое количество иностранных студентов. И, пожалуйста, вот их пожелания. Мы хотим создать открытую лигу, чтобы и российские команды. Мало того, что у нас не только иностранцы играют, у нас есть и бейсбольная команда, которая перестроилась, ну, составлена из наших, ну, не иностранных игроков. А им тоже этот интересный вид спорта, крикет. И... Ну, это об этом мы еще потом поговорим. Осенью мы хотим стартануть вот этой вот лигой крикета порядка 10-12 команд. Ну, спасибо большое за очень такую полезную информацию. И в любом случае желаем вам всего самого лучшего, чтобы следующий сезон был прям прорывом, чтобы везде были чемпионами, и будем, конечно, болеть за вас. И... Ждем вас. Крымский, в любом случае, да. Если у вас будет очень много домашних игр, то, думаю, болельщиков будет очень много. Ну, у нас всегда полный стадион. Ну, полный зал, полный так зал, скажем, да. Будут ли у вас пожелания, приветы? Мы всегда рады, когда вы нас приглашаете, поэтому приглашайте. Вот это основное пожелание, чтобы мы могли поделиться своей информацией о нашей команде, то есть, чтобы зрители знали.
потому что нам на самом деле есть чем гордиться какими-то достижениями вот в баскетболе и в других видах спорта. Ну и вы посещайте наши игры, домашние игры, приходите. Ага. Мы будем приглашать. Как бы посмотрите хороший студенческий баскетбол. Спасибо, спасибо, Владислав. Большое. Вас, наверное, смотрят. Привет. И занимайтесь спортом все. И учитесь в КФУ. Вот так. Передай. Коротко, но ясно. Привет. Передай кому-нибудь привет. Бабушке передай. Бабушке передай. С дедушкой. Не хочешь? Мы знаем его дедушку с бабушкой. Очень хорошие у него. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо большое, что посетили нас. Мы очень будем рады приветствовать в нашей студии. Желаем вам успехов, хорошего дня и отличного настроения. Ждем спасибо. Вас с новыми победами, с новыми наградами и будем рады вас всегда видеть на студии. Спасибо. Все, приглашайте, мы будем приходить. Спасибо. И вам спасибо, спасибо большое, хорошего дня. Иштурметли достлар, мы на бойле Миракла спорт, мюз на бахашланхан мевзудан сон, субеттен сон, кельнас невбеттеки, кысымымызны бақайық.